Если у тебя печет, когда ты ссышь. Ой, извините, я тут просто на гитаре немного играю. Ну, что хотелось бы сказать, я даже не знаю сейчас. Ну, в общем, будьте счастливы, любите друг друга, и пусть котики спасут вас. Ну да, все, наверное. Здравствуйте. Ой, вы можете нам помочь? Мы тут подруги снимаем видео. Хотелось бы от вас поздравления услышать. Жизнь! Это! Забыл. Короче, я всегда говорил, жить хорошо надо долго, но не всегда получается. Поэтому, ах, Ритка, приходи ко мне сюда, выпьем и заживем с тобой, обзавидуются все. Ну, я пойду, блядь. Здравствуйте, мы тут видео подруги снимаем, с днем рождения хотим поздравить. Вы можете нам что-нибудь сказать? День рождения, да хорошо, хорошо. День рождения, а чё, много исполняется? 18 будет. 18. Совершеннолетняя. Я в это время уже 3 года на заводе отпахал. Ну чё, завод там, ну хороший у нас завод, да. Правда, это вот развалили всё, эти коммуняги были нормальные. А сейчас всё это, вообще, лучше не связываться даже. Страна СССР была хорошая, нормальная такая. А сейчас что? Пенсия 6000 рублей. Ну как я выживу? Вот, молочка купил только. И все, вот месяц пью. А что пожелать-то? Ну, пожелать можно, наверное, счастья, здоровья, всех благ. Ну и чтобы там, ну все там нормально было. Ну что, ну все, наверное. Спасибо большое. Да, не что. Все вам хорошего. Здоров. Опа-на! Девушка одинокая. Ждет кого-то, интересно. Хотя мне, наверное, все равно, как у нее личная жизнь, похождения там всякие. Здравствуйте, девушка! Что ты хотела? Да, без лишних вопросов. Поздравления. Рите, например, да? Ага, ок. Маргарите, да? Ну да, так. Маргарита! Я тебе желаю, чтобы жизнь тебя подруга не кидала. И чтобы не было нужды. Серьезно. А, можно у вас сишку, да? Бери. Спасибо, спасибо. Ух, храни вас Бог. Тебя. Вон какая. Ой, молодой человек, вы нам не поможете? Мы видео подруги снимаем, с днем рождения хотим поздравить. Скажете пару слов? Ну, конечно, да. День рождения, ну, могу пожелать, конечно, здоровья. Я, как спортсмен, могу пожелать еще правильного питания, чтобы в жизни все хорошо было. Ну, вы же молодые там, да, вот это, чтобы любовь, морковь, все это дело было. Веселитесь. В общем, отмечайте хорошо. Праздники всякие. Ну и вот, могу пожелать, чтобы вы в тапочках на велосипеде не катались. Неудобно, если честно. Ну все, наверное, я поеду, мне пора. Да, спасибо большое. Стой! Стоять! Бояться! Куда? Да мне вот просто в подъезд надо зайти. Нельзя, охраняю. Чего вы охраняете там? Очень важно, нельзя. Ну, просто я там живу, можно я зайду? Нет. Там генерал отливает. Нельзя. Серьезно? Да, слышишь? Ну ладно, короче, нельзя. Так, ладно, я вижу, вы серьезно настроены. Можно вас попросить, у нас просто у подруги скоро день рождения, сказать пару слов ей в поздравления?
день, да? Да. День рождения. Рождение. Да. Он мой день рождения. У тебя день рождения? Да нет, 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 не стреляй, подожди. У подруги у нашей, Маргарита зовут. Рита сокращенно. Как пицца. Нельзя, уставом запрещено. Слишком сложно, чувак. Ну, пожалуйста. Я желаю, чтобы, как бы, в общем-то, беря в целом и отдельно, и целиком, и как бы вот в частности, у меня больше нет слов. Поздравляю. Спасибо огромное. Можно я все-таки пройду? Блин. Ну, короче, потом за генералом уберешь, хорошо, если что? Хорошо. Хорошо, проходи. Здравствуйте. Я к вам решил обратиться. Ну, крайняя нужда. У подруги день рождения, нужно пожелать, поздравить, чтобы она очень обрадовалась. Давайте, это ваш выход. Мотли Крю. А ты пришел отсюда! Привет. Здорово. Чё, как у тебя вообще? Вижу, как видишь? Вижу, что нормально. Ты это, Ритку знаешь? Ритку, да, помню Ритку. Помнишь, как у тебя с памятью нормально, да? Ну так, ну пару слов помню, я Ритку помню. А поздравить можешь? Нам нужно снять хотя бы одно нормальное поздравление, а то чего мы все время каких-то объебосов встречаем? Ну, погнали. Блядь, опять. Мелочи не будет? Нет, чувак, прости. Обосрался. Ладно. Чувак, вставай, давай, подъем. Мам. Подъем, давай. Мам, не ко второму. Так, да ты что, не понял, что? Слышь? Блин. Слышь, вставай, чего? Вставай, давай, Риту поздравить надо. Че, умный самый? Давай, поздравляй. Чувак. Говори. Че, хочешь? Поздравляй Риту. Рита, зачем? Желаю тебе, чтобы... Можно я еще посплю, чувак? Так, чувак, так! А ну говори! Ну говори, сука! Короче, чтобы все было хорошо. С милицией, с полицией, с родителями. Ты че несешь? Говори давай нормально, слышишь? Да. Чтобы с утра не воняло изо рта. Так, так, да блин, мы это реально и показывать будем, давай! Слышишь, нормально сказал. Отстанешь от меня, да? Да, отстану. Ритка, с днем рождения. Сегодня самого хорошего. Можно? Можно я пойду? Куда ты пойдешь? Спи давай. Все. Ты что тут делаешь?
Я мимо проходил. Нечего тут мимо ходить. У тебя что, своей квартиры нет? В гостиницу иди. Как скажешь. Иди, иди отсюда. Вот же. Ушу. Тёлки, блин. Здравствуйте, а не могли бы вы пожелать нашей подруге чего-нибудь на день рождения? Да, ребят, я все могу. Пожелать тоже могу. Но, как видите, я реальный байкер. И я хочу, чтобы вот ваша тёлочка, она разъезжала со мной на моем коне. Ну, точнее, этого я хочу. Ну, как бы, я думаю, она тоже не откажется. Я расскажу вам одну историю. Это было со мной в детстве. Я вырос. Вот и все. А пожелать, чтобы сишки были сладкими, как мои губы. Чтобы слезы были солеными, как моя пися. Жизнь — это просто проруха полнейшая. И нам приходится выживать, как мы можем. А для девушки это особенно трудно, потому что в наше время таких самцов, как я, очень мало. А чтобы жить хорошо, нужно, чтобы рядом был очень хороший мужчина. О, Миш! Миш, здорово! Опять ты. Миш, как дела? Чё, как? Встань. Миш, блин, пару слов я нужно. Я не такого желания общаться с тобой. Ненадолго задержу, Миш! Встань! Блин, Миш! Ты нормальный, а, Миш? Чувак. Мижган, блин. Опять ему похер. Я устал. Мижган, давай слезай уже, надоел. Встаньте. Не ломайся, Миш, ну, пожалуйста. Мижган. Миш. Идите от меня. Ну, надо поздравление сказать. Ну, подруги наши, ну, Мижган. Что за подруга? Рита. Какая? Да Рита, ну ты что, не знаешь? Забыл? Колотеррорита! Не, ну Рита, бля, грех не поздравить. Это ж такая классная девчонка. В общем, Рита, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья, здоровья, побольше спать иногда, побольше есть иногда. Отличных друзей, как я, например, как Ярослав, как вот этот вот парень Влад зовут. Что еще можно пожелать? А, ну, в 11 классе модно желать, в принципе, чтобы там, ну, поступить куда хочешь. Но я думаю, в принципе, ты и так поступишь, это не нужно тебе желать. Что еще можно сказать? Ну, оставайся тебя такой же солнечной, счастливой. О, Мижган, реально там солнышко, слышь, тебе, блин, не жарко? Короче, светит вообще. Вообще похуй. Здрасте, здрасте! Не проходите мимо. Можете здрасте, пожелать здрасте нашей подруге что-нибудь, ну, очень приятное? Хотя, стойте. Мне ваше лицо знакомо. Блин, мы же вас час назад на велике видели. А, ну это да, я же человек спортивный. То на велосипеде, то на лыжах вот катаюсь. Поддерживаю, так сказать, тело в тонусе. Ну вот, да, ну да. Да, да. А да, вот да, в лесу-то снега нет, и поэтому вот с горки кататься приходится на площадке, в принципе. Ну, вот. Вы ну, нормальный, да? Я, ну так, бывает. Ну, пожелать, как я уже говорил, ну, не буду повторяться, собственно говоря, и как бы это сказать, также чтобы это было понятно, но я сам не очень понимаю. С днем рождения! Офигенно! Спасибо. Да нет, что обращайтесь, если надо еще. Я еще на роликах катаюсь. Потом прыжки с парашютом и все такое. Понятно, спасибо. Здрасте, 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 хозяин. Чего пожелаете? Ну вот дело в том, что у нас у подруги день рождения. Не могли бы пожелать ей чего-нибудь, чтобы поздравить ее и как-то, чтобы ей приятно было? День рождения? Да, да. О, день рождения, очень приятно. Я хочу пожелать, чтобы всегда было красное солнце и Том с Фитом
на футе, как в нашей гостинице «Китайский шелк». Очень, очень рады. Приезжайте, кушайте, кушайте. Мы очень гостеприимны. Приезжайте. С днем рождения! Здрасте, можно? Вы по записи? Да, у меня запись, талон. Ну, заходите. Хорошо. Ну, что у вас выкладываете? Вы знаете, у меня такая проблема, но это не совсем проблема. Мне нужно, чтобы вы поздравили Маргариту. Ну, знаете, мы тут серьезными делами занимаемся. Не до вас. Ну, поздравьте как-нибудь серьезно, как вы это умеете, официально так. Давайте вы сами напишите, а я здесь просто роспись поставлю и заверю. Ну, ну пожалуйста. Ну, девушка, вы такая красивая, пожалуйста. Так, нет. Ну, я не знаю, но, может быть, вот это как-нибудь вас расположит в мою сторону. Может быть, вы согласитесь? Ну, да. Девушка, это вам. Вы самый прекрасный работник года в этом офисе. Во всем Подмосковье. Ладно, я поздравлю вашу Маргариту. Маргарита, я вам желаю, чтобы в вашей жизни побольше было неожиданностей, моментов, когда вам дарят цветы. Чтобы были те, кто дарит цветы. Будьте такой же прекрасной. Достаточно? Да, где расписаться? Ага, спасибо. Так, сейчас дайте ручку. Можно, да? Так. Все. До свидания, Илюша. Заверить в соседнем окне, да? Да, да, туда. Все, к пиводе, пожалуйста. Спасибо, 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 спасибо. Здравствуйте, Ярослав Ильич. Здравствуйте. Могли бы вам уделить минутку нам? Я думаю, да. Нужно поздравление для Маргариты. Поздравление для Маргариты? Ну, так сказать, поздравление, дело хорошее. Я считаю то, что поздравлять друзей нужно, и нужно хорошо это делать. И если вы уже взялись за это дело, то нужно сделать так, чтобы было лучше, чем что-либо. Понимаете? А пожелать я могу здоровья, счастья, чтобы в нашей школе Маргарита училась хорошо, чтобы сдала экзамены на отлично, поступила в тот вуз, в который хочет, и чтобы она просто была счастлива. Спасибо большое. Да не за что. О, тетя Тань, здрасте. Здравствуй, милок. А, что тут делаете? Кашка, да? А вот это что за балдец тогда такой? Это вообще-то сексуальный корнеплод. А я вижу, вы художница. Ну да. Научил меня один художник. Ты можешь к нему, кстати, зайти. Научить. Окей. А Кашке можете мне дать, что ты голодный такой? Конечно. Ну всё, спасибо. Я пошел. О, здравствуйте. Да, здрасте. Вы художник? Да, как видите. А можно у вас спросить пожеланницы подруги? Как подруги? От художника. А как ее зовут? Маргарита. Маргарита. Это прекрасно. Я же вдохновился. Я как бы вас сейчас послал бы и начал рисовать, потому что много вдохновения. Но я все-таки уделю вам минутку своего времени. Я хотел бы вам пожелать, чтобы... девушке вашей, чтобы жизнь, она была наполнена больше хорошими красками, а все, что плохое, оно бы оставалось, ну, только на бумаге. И вы знаете, как есть искусство, да, там, музыка, художники, там, архитекторы, там, танцоры, и чтобы все это было вот в жизни, да, то есть вы по жизни танцуете. Вы как архитектор можете строить свою жизнь, писать, петь, чтобы во всем было творчество. И я вам посвящу какую-нибудь картину, продам ее за 1 000 000 баксов, и вам ничего не достанется, потому что я эгоист. Все художники такие.
Здравствуйте, многоуважаемый. Я вижу, вы очень мудрый и начитанный. Очень бы хотелось услышать от вас поздравления нашей очень хорошей подруги Рите. Прошу вас, пожалуйста. Здравствуйте, здравствуйте. Поздравления? Поздравления с днем рождения. Да, с днем рождения. Я знал, что вы придете. Знаете, я бы сказал поздравления, но здесь не та атмосфера. Давайте пройдем в более атмосферное место. Как скажете. Следуйте за мной. Ну вот мы пришли. Надеюсь, это место, оно более атмосферное. И теперь вы поделитесь своими секретами. Вы знаете, да. Это подходящее место. Именно в таких местах я сижу и размышляю над смыслом жизни, над тем, что нас окружает и что могло бы окружать, если бы не окружало то, что окружает. Я сижу тут и курю трубку. Это навевает особые мысли о прошлом, о настоящем, о будущем, о том, что когда-то девочке по имени Маргарита исполнилось 18 лет. Это все настолько неоднозначно, что неоднозначнее этого ничего не может быть. Потому что неоднозначность подразумевает под собой неоднозначность. В этом атмосферном месте, наверное, можно пожелать творческих порывов, какой-то легкости души, чтобы всегда хотелось продвигаться вперед по жизни. Я думаю, что Маргарита оценит. Я надеюсь, вы напишете роман про это, чтобы мы могли читать и вспоминать вас. Возможно, возможно. Но это попозже. Хорошо. Рита, мы хотели бы тебя поздравить с днем рождения. Он почти наступил. У нас будет довольно серьезная ночь впереди. Я буду все это монтировать. Так что к твоему 18-летию, я думаю, мы будем не выспавшиеся и такие нюхающие. Но все равно все будет хорошо, я думаю. Все так хорошо. Лично мне сейчас вспомнился Киев, крыши, песни всякие. Ну, май. Ну, не только. И стрекала. Костры. Костры. И кухня. Влад, ты же себя уже как. Вспомни мою кухню. Моя комната. Меня. На Элеоне, Ростикс. Как мы говорим, 10 минут просто не скачаем. Как мы в кинематографе напились. Я тоже самое могу сказать, как мы в кинематографе напились. Как мы втроем напились. Как мы в кинематографе втроем напились. Как мы ели торт на крыше после Киева. А, Рита, вспомни подъезды, твой падик, после посидушек тебя не пустили гулять, потому что было очень поздно. Ну и вообще, мы там не один раз сидели. Вспомни 30-31 декабря, я так и не знаю, типа, это было число. И, о боже, мы идем в одну ногу. Вспомни киевский балкон. И киевскую крышу, и зеленоградскую крышу, и итальянскую крышу, и сигары, и не только сигары. Вспомни февраль, когда мы танцевали на льду, когда мы катались с горки.
когда мы прогуливали вместе школу. Вспомни все хорошее, что было. Нас не забывай. Вспомни нас. Перед сном. Рита. Ритка. Риток. Ритуля. Ритуляша. Ритулька. Ритос. Риточка. Ритуля. Или уже было. И все это тебе. И все это от нас. Прыгнички. Я смотрю своему долгу в глаза смело. Но он здесь ни при чем, поэтому. Я просто так я сижу. Просто хвастается. В общем, мы... О, вспомни, как мы все время... Ну вот, то, что сейчас произошло. Всегда, когда говорит, ладно, начинаем перебивать. И угорать. Вспомни, Таня угорает. Вспомни ананасовые миксы. Вспомни ананас. И ананас. В общем, поздравлений, ну, по-моему, среди персонажей, ну, ходили по городу, в общем, нас шли всяких... Оптовыши. Ну, представители, да, нашего общества, конечно, не без таких, всякие бывают. Ну, могли бы найти академиков, там, библиотекарей, президентом я мог бы позвонить ему, Вовану. Ну, все это как-то, знаешь ли, ну, на мази. Короче, кашку они не едят. Да. И сексуальные корнеплоды они не рисуют. Президент-то. А те, кто знает? Вот на данный момент, пока мы снимаем это видео, я желаю тебе посещать репетиции по танцам. Как бы прикольная штука, да? Да, это как танцы на льду, только это в зале и с Ярославом. Но тоже прикольно. Если вы второй номер, то он, по идее, тебя вертеть там должен. Но я там верчу. Мне мешкам не вертит. Ну, ему просто мокрый. Я думаю. Давай. Ты играй. Можно пожелать, чтобы Влад всегда играл. Чтобы тебя всегда сопровождало. Самая хорошая музыка. Ну, чтобы она была такой неотъемлемой частью жизни. Чтобы всегда... Это зазвучит знакомый аккорд. Например, знакомый аккорд. Другой знакомый аккорд. И ты можешь с теплотой в сердце вспомнить какие-то события. С теплотой в сердце, значит, ты можешь вспомнить все события, которые происходили у нас вдвоем, у вас вдвоем, у нас втроем. И сейчас тебя здесь очень не хватает. Мы бы тебя очень крепко обняли. Поздравили бы самые первые. Да. Очень-очень тебе рядом сейчас не хватает. Но мы как-то вот на расстоянии все это передаем тебе. Наши моменты, которые были уже, они дают такой заряд, тепла, да, энергии. И поэтому вот это все тонко в воздухе, все это ощущается. Ну, у нас очень ощутимо. Да, связь. Пусть эта связь, она никогда не прерывается, несмотря ни на расстояние, ни на непроведенные далеко друг от друга, как-то не общаясь. Просто чтобы это всегда летало где-то в воздухе, чтобы это всегда было. Это главное. С днем рождения! С днем рождения. С днем рождения, Рит. Мы тебя очень сильно любим. Больше по девочку. Именем закона, по уставу, вы... Влад, что ты... Отстань от меня. Я тебе желаю, чтобы тебе... Жизнь тебя... А, бля, я что должен сказать? Мне что надо снимать? Чувак, давай. Давай, 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 давай.
Чуть-чуть еще. Давай. Остань! Не курите. Да, не курите. Больше не надо курить никогда, понимаете? Сейчас я сам прикурю. Пропился. Я не буду с тобой общаться. Программам приходит однажды конец.